Всем привет, с вами Тир. Сегодня мы будем играть в Sonic XZ The Disaster за Тейлза. Я очень мало играл за Тейлза, так что в этом видео я попробую за него хорошо сыграть. Посмотрим, как это выйдет и смогу ли я вообще нормально попадать в свои выстрелы. Но перед тем, как мы начнем, попрошу вас подписаться на канал, так как за каждую подписку до моего день рождения я отдам 1 цент на благотворительность. Давайте, погнали. Хардкор, блин, серьезно, первая игра за видео уже хардкор, серьезно. Ну реально. Ладно, я просто надеюсь, что мне крим залечит и то, что этот Соник не особо крутой. Типа это единственное, на что можно надеяться. Вообще, честно вам скажу, пока что вот идет, чтобы как бы, ну, было чем, чтобы... В общем, мне нравится Sonic XZ, типа вот сама концепция, потому что... В этой истории главными героями становятся персонажи, которые обычно на заднем фоне. Вот. Поэтому, типа, мне эта идея понравилась. Вот. А то там очень долгое время не было такого, что ты мог поиграть за персонажа, который, типа, ну, сторонний. Крим, залечи! Залечи! Ну, залечи! Издеваешься? Так, ну мне теперь это нужно попасть, получается, да? Как бы вот сейчас теперь попасть? Ну давайте заряжаем. Блин, я промазал. Тут тупой Соник и Руж там стоят вместе и чем не делать-то? Ладно. Ну давайте попытка 2. О, подождите. Черт, надо было мышкой целиться. Тейлз мне прикрыл весь вид. Блин, ладно, я затупил. Такой бы сейчас мог попасть хороший выстрел, но, блин, потерял возможность. Зачем Крим захилила Салли два раза? Ах ты, блин, за мной пошел. Нет. Все, я улетел. До свидания. Че у меня красный экран, блин. Я че ему все еще показываю? В смысле, я же из этого дыма ушел-то. А давайте вблизи сейчас в него попадем. Ладно, он встал на месте, ну ладно. Уходим, девочки. Бежим! Так, ладно. Ну и чё, АФК встали, ну реально. Ладно, я еще раз в него подстрелил. Ну что, почему нет? Опа, сразу. Я, знаете, я на самом деле очень мало слышу вот эту музыку, когда за тобой бежит Соник. А вот в хардкоре, вот именно хардкорная вот эта версия, я ее очень мало слышу, потому что когда хардкор попадает, я всегда отлетаю. Типа вот просто вот буквально за первые секунд 5, может. Опа, я еще раз попал. Хорошо, хорошо. Но Крим меня лечить все еще не хочет. Ты издеваешься? Все, я ушел. Давай пока. Так, мне бы надо его подстрелить. Ну блин, вот Крим лечит свою подругу. Круто, конечно. А я и Шелл, чё? Сейчас подстрелим еще раз. О-о-о. Блин, я вот сейчас рассматриваю. Типа, он реально то, что он руку внутрь засунул, или он ее все-таки сломал? Блин, просто я как-то увидел то, что чувак предложил, то, что он на самом деле сломал и. Ладно, я его еще раз подстрелил. Просто вот не пойму, типа, когда он идет, когда он не идет, вообще странно, конечно, блин. А, он как раз таки вот здесь вот. Ладно, мне нужно, чтобы Крим сбежала. На, его еще раз подстрелил. Нет, беги! Летим внутрь, девочки. А, спасибо.
Все, залетел. Ну что вы, блин? Ну нормально, она на ускорении назад побежала. Она его либо не заметила, либо это проблема со скиллом, но она сейчас... Нет, не сдохнет. Опа, опа. Или они хотели просто вдвоем сбежать. Или она хочет его залечить. Что вообще происходит? Что она хочет? Не понимаю. Вот, 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 буква, вот. Наконец-то. Так, ну теперь нужно ей щит и... О, оу. Все, щит, и она заходит сразу же. Крим там почему-то осталось. Почему? Что за баг? Странно, конечно. И она не сбежала. Она не сбежала, мужики. Я на 112 Danger Time, это, конечно, почтительно. Хотя он там посередине игры просто встал по приколу. Вот, на хил, кстати. Хил достаточно хорошая карта для Тейла. Ладно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно, берем темную карту. Зашибись, конечно. Круто. Тейлс. Ладно, погнали. Фу-фу-фу. Ладно, погнали, да, боже. Ладно, погнали, у нас теперь два станера, так что, в принципе, я смогу сделать комбо-стан, который я описывал вот в прошлом видео, подсказка сейчас будет. Вот. Так, я слышал... Ну, зачем? Ну, вот, боже мой. Опа. Ты что, издеваешься? Чуваки! Спасибо. Ну вот, боже мой, реально, у меня как будто такой синдром Тейлза. Нормально уворачиваться не могу, и при этом постоянно больше проблема команде, чем помощь. Вот что это? Я не понимаю, у меня пин подскочил до 160, и все, джи. А, это трайхард? Ну, тогда понятно, блин. Мне стоит целиться вот так вот как-то? В принципе, да, логично, имеет смысл над Тейлзом. А, боже мой! Я почему-то его вижу все это время. Это типа, я не жалуюсь, но это как-то странно. Ну, я это буду использовать. Если баги, то уши тогда как бы и все нужно использовать, потому что этот чувак дает, конечно, не дает расслабиться. Блин, он потерял, но он из моего вида ушел, ну ё-моё. Вот иди ты, вот иди ты. Вот упади ты в канаву, я не знаю. На, вот так. Ну вот, смотрите, вот я о чем про синдром Тейлза. Смотрите, 129 Time Survived, видите, самый маленький, но при этом у меня еще и одновременно самый маленький Danger Time. Я про это говорю. Типа, реально, я что-то ловлю, я не знаю, короче, вообще хз, что со мной, но я не знаю. Я пытаюсь там Соника подстрелить сблизи, как делают там хорошие чуваки, но ни хрена в итоге не выходит. Ну ладно, ну короче, ладно. Послушайте, сейчас будет мотивационная, так сказать, речь. Вы нахрена Kind and Fair? О, боже. А. Ладно, ладно, стойте, есть шансы. Ладно, сейчас будет мотивационная речь от меня, так сказать. Вы такое от меня редко услышите, но... Нужно никогда не сдаваться, поэтому я дальше буду хреначить за Тейлза, пока я не буду попадать стабильно. Понятно? Так что я не сдамся, я не сдамся. I will not give up. Несмотря на то, что я сдох с 20 Danger Time, я буду продолжать играть за Тейлза. Ладно, мне просто... Что я понял, это если Соник бежит на меня, мне стоит эту пушку отменить просто, потому что я ни хрена не попаду. Вот. Блин, я глайд нажал нечаянно. Блин, это реально, тут газ типа каждый раз появляется или чё? Не, типа я не все равно не понимаю, почему они на одной команде все три станера берут. Ой, все три саппорта берут. Блин, и он меня заметил, кажется. Кажись, он меня заметил. Или нет? Круто. Офигеть, я поражаюсь их пингу. Что это такое? 3000 пин. Что это такое, боже мой? Ладно, мне сейчас нужно втихую подкрысить, так сказать, выстрел. Или что-то вроде этого. Я просто не знаю, как это сделать. А, он за крим пошел? За кем вообще идет? Там не идет, идет, не идет. Может, не надо, не надо, не надо. Ладно, попробуем. А, да блин, ну тут за колонной постоял, так сказать, подумал. Что он там вообще делал, забыл? Ай,
Но мы подохли, скажу честно. И он не пошел за мной, и она стала АФК. Потому что печатала, походу, я не знаю. Ну ты издеваешься, мужик, ты издеваешься. Реально, нет? Вот иди ты в жопу! Да ты тварь, ну вот как он с первого раза-то попал? Нет. Вот тебе видение вокруг пальчика в воздухе. Жопу мне сейчас, нет? Нет. О, спасибо, защиту стали. О, боже мой. А, пойду уже, блядь. Чего нет? Ладно, схавал удар, но не сдох хотя бы. Ну, блин. Ладно, теперь нужно просто подбирать красные кольца и сбегать. Ну, блин, нам еще 100 секунд продержаться. А Эми под один удар, я под один удар и Крим под один удар. Ну, типа то, что он за один удар положит, вот. Я об этом. Зашибись. Мы еще проиграем. Я не думал просто, что он настолько хорош. Типа, я могу сейчас поябедничать пару... Ну, боже мой. ПЖ, убеги на скорость, я хз куда-нибудь. Оп. Я попал в него! Ха-ха! Я в него на самом деле попал. Офигеть. Бежим, девочки. Где Соник? Ну ты тварь. А где мой прыжок? Можно? Полет. Уху. Нет. Хер попадешь. Вернулся! Сейчас он не попадет. А мой, вот глайд я нажал, он не сделался. Круто. Она меня залечила! О боже мой, как спасибо же! Нет, хер попадешь. Летим! Поймал все-таки. Ладно, у меня есть крим. Крим, давай. Крим, она ничего... Эми ничего не сможет сделать. Она хоть по нему... Да, yes. Беги. И... Фух, я надеюсь, что они типа не... О! Туда. Охренеть, сколько это было? 126. Охренеть. Фух. О, это жестко было. Я игру просто вытащил. О, эта игра безумная. Охренеть. Ладно, короче, сейчас мой раунд за Соника. Так что давайте мы быстренько монтаж сделаем. Вот. Фух, они не успели спасти. Эта игра сломана, если ты не умеешь нормально уворачиваться. Блин, успел все-таки.
Вот так вот. Ладно, погнали. Да, вы, блин, погнали. Я после этого раунда немного побомбил, потому что... Типа, вот меня очень бесят люди, которые выжидают твой прыжок. Типа, реально. Единственный способ твой уворачиваться — это прыжок. Но самое худшее — это то, что тебя нужно прыгать в определенный тайминг. И, типа, это не было бы так, ну, сложно, там, в одиночной игре. Но в этой игре тебе нужно прыгнуть заранее, чтобы ты... прыгнул вверх на экране Соника, а не на твоем. То есть тебе нужно прыгать заранее. Вот, например, вот у меня есть вот 100, вот 115 пинг. Это значит, что мне нужно прыгнуть на секунду заранее. А знаете, в чем эта проблема? Это то, что чувак может просто выждать твой прыжок и все. Почему она ФК? Ай. Издеваешься? Не-не-не-не-не-не-не-не. А! Он упал. Так, я слышу удар. Значит, то, что Наклз должен быть где-то рядом. Но это тоже означает то, что Соник сейчас за ним. Угу. Круто. О, его Крим залечил в последнюю секунду. И я это даже не шучу. Смотрите, вот, показываю. Вот, смотрим момент, вот, где он получил урон. Вот, смотрите. Смотрите, вот видите, у него 60 хп. Знаете, 60 хп, да? И вот. Раз кадр, два, три, четыре, пять. И на пятый кадр он получил урон. То есть Крим его залечила за 4 кадра до того, как он получит урон. Что? Охренеть, конечно, я офигел. Круто, круто. Блин, еле-еле его вижу. Я сейчас этот перелечу, да? Все, жопа мне! А, нет? Вот, видели? Вам нужно заранее прыгать. Но эта игра не работает, потому что тебе нужно прыгать как бы и заранее, но он может тебя прочитать, и ни хрена не получится в итоге. Вот можно вверх полечу, пожалуйста. Вот он за мной идет, вот постоянно, только за мной. Вот, споткнись ты. Во, спасибо. Типа, да, я там уворачивался 126 секунд, но это только потому, что Соник ко мне долгое время не адаптировался. Вот, знаете, вот было бы круто добавить, типа, вот, чтобы был вот одиночный режим там с друзьями поиграть против бота. Вот это было бы круто. Я, правда, не знаю, как работает эта вот штука. Может, типа, не в Роблоксе там ее разрабатывать будет, например. Но, типа, вот что-нибудь. Охренеть, я попал! Я попал! Охренеть! Офигеть, я попал на самом деле. Вы издеваетесь, что ли? Профессиональное введение вокруг колонны. Вот-вот, люди, когда не выжидают твой прыжок специально, вот тогда игра, в принципе, работает. Но это можно предотвратить налегко. Поэтому игра большую часть времени ни хрена не работает. Типа, я уже привык к тому, что нужно заранее прыгать, но это уже какой-то бред. А еще бред то, что он не идет за...
за Крим. Это потому что она хорошо уворачивается. Но это я не знаю уже. А, всё, мне нужно просто сбежать и все. Я просто надеюсь, что она рядом будет, и я не сдохну. Потому что я очень хочу выжить. О, да, реально она близко заспавнилась. Круто. Круто. Бежим. Короче, знаете что? Мне абсолютно пофиг. А хотя... Не, ладно, короче, мне пофиг. Уху. Сбежать. Прыгай! Фух. А, ну некоторые выжили, но я его тогда нормально обводил. Сколько там? 89. Вот такие люди мне нравятся, которые вот иногда вот по тебе попадают, но не потому, что они выждали твой прыжок, а потому, что они с тобой очень долго возились. Вот. Вот таких людей, типа, вот огромное вам спасибо. Если ты такой человек, то спасибо. Честное спасибо, реально. Ты делаешь эту игру веселой. Потому что иначе, вот... В TF2, например, такая же проблема. Есть персонаж... О, боже мой. Понятно. Круто. В общем, дальше рассказываю. В TF2 есть такой персонаж, шпион его зовут. Прикол его в том, то, что у него есть такой ножик, да, и он наносит, типа, смертельный урон, если ты бьешь со спины. Вот. И для этого у тебя есть часы невидимости и возможность перевоплощаться в чуваков с другой команды. Прикол в том, то, что он достаточно хрупкий. Типа, если его заподозрят, то его очень легко убить. Вот. И, как бы, игра за шпиона заключается в том, что тебе нужно, чтобы чуваки забайтились, чтобы они повелись на твою уловку. И когда такое не происходит, это очень бесит, потому что, типа, это такое не работает. Это вот то же самое, то, что вы колечко вот так поставили ниже плеча. И теперь чувак уже знает то, что если вы так в следующий раз делать не будете, это не сработает. Вот. Типа они забывают обычно только через пару дней или что-то вроде этого. Ну или пару часов. Не-не-не-не-не. Настя в него попал. Вот. И, типа, тут то же самое. Нужно, чтобы чувак забайтился, но если уже... Но если чувак уже знает, как бы, такие приколы, то ни хрена ему уже не поможет. Поэтому я бомблю в этой игре. Типа, это реально. Это одна из единственных причин, почему мне эта игра, типа, вот честно не нравится. Так вот, как мне теперь прицелиться? Настя нормально во второй раз уже попал. Бежим! А, блин. Бежим, девочки! Ай, вот это... понятно. Куда я упал? Летим просто над его тупой башкой. Эгман, помоги. Все, спасибо. Бежим. Вот это командная работа, о которой подразумевал разработчик. Я теперь ее понял. Правда, шансы того, что вы реально найдете такую команду, невероятно мало. Поэтому эта игра не особо хорошая. Но это в основном, наверное, из-за комьюнити Роблокса, скорее, чем, типа, из-за других причин. Потому что в Роблоксе обычно играют дети. Как бы, это логично. Но... Блин. Ладно, убегаем. Ладно, не убегаем. Так, ладно, где у него там лестница? Так, Наклз. Куда он пропал? Наклз! Не успел даже возродить. Давай, Эггман, со своим щитом. Придурок! Блин, близко. О, понятно. Ладно, я полетел. Профессиональное введение вокруг пальца. Да охренеть!
Пам-пам-ба-барам-пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам-пар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 ам-
смогу заклатчить. А, ну да, точно. Блин, зачем я это нажал? Ладно, убегаем, все, мы сдохли. Не знаю, мне пойти тратить его время или что-то вроде этого, я хз. Ну, я сейчас сдохну. Летим! Я промазал! Да я же прыгнул! Ё-моё, это, наверное, из-за того, что Тейлз низко прыгает, а Соник высокий. И он мне достал в прыжке. Ну, 72 Danger Time. Чё-то мне страшно, у неё аниме скин. Или не аниме, что это? Я не знаю, как это описать? Напишите в комментах, позже. Как её звать? Как таких называют вообще? По-моему, было какое-то название. Я все еще буду играть Эггманом. Пожалуйста, возьми. Нет, я хотел, чтобы был, знаете, вот Тейлз, Наклз, Эггман, Эми и Крим Салли. Вот, идеально, прям ровно. Опа, подождите. Возьми сейчас, наверное, Наклза, скорее всего. И Руш. О, яс, хорош, хорош, мужик, хорош. Теперь у нас в команде 4 станера. Правда, я не могу нормально попадать. Я уже слышу какие-то пружины, там, не пружины, что там. А. Блин, позже прыгню, Нир. Раз. Да, он за колонной спрятался. Ты, блин. Блин, Эггман остался без защиты. Конечно. Круто. Круто. Блин, он промазал блок. Точнее, Соник промазал по блоку. Кого винить? Ладно, самое главное то, что мне сейчас нужно попасть в мой выстрел. А, близко, близко, близко было. Черт. Ай. Хорош. Разменялся. Ладно, они меня попросили помочь команде. Так, ладно, где? А, понятно. Что он продолжил занимать её? Реально? А, ну, черт, слишком рано стреляю я. О, понятно. Под шумок. Точнее, не то чтобы. Круто. Два. Три. Найс, найс, найс. Я сделал комбо-стан. Найс. Кайф. О, хорошо, хорошо, хорошо. Ах ты тварь! Можно ты его оглушишь, там, не знаю. Люди? Он побежал. Бежим, ну ты, блин, конечно. Ты меня там так затупил, надо было просто вспомнить, что тут лестница. Ё-моё. Не знаю, но разработку реально стоит увеличить звук ходьбы Соника, потому что, ну, типа, количество раз, когда люди пробирались мне за спину, это какой-то бред. Вы не поверите.
Ух, он не пошел не за мной. Где он? Ах ты тварь. А, круто. Не-не-не-не, у меня обе способности нету! Ладно. А! Мы что, проигрываем? Вы что, издеваетесь? Ладно, я полетел на мост. Что? А. О, яс, я попал! Я хорош. Правда, он сейчас за мной пойдет. А, нет. Сейчас можно миглайд? Спасибо. Улетаем на мост. Найс! Я еще раз в него попал. Нет, черт! Ладно, уходим. Ну я попал охрененные выстрелы. Это врать я не буду. Па-па-бара. Вы что, издеваетесь? Мне придется через Соника пройти. А. Ладно. Главное просто сбежать отсюда. А, так. Не-не-не-не-не, чувак, нет-нет-нет-нет-нет. Нет! Черт! Помогите, мужики! Блок поставь! Я не знаю, ударьте! Хоть что-нибудь, пожалуйста, сделайте, умоляю! Пожалуйста, не хочу умирать! Это была супер хорошая игра! А, ну, я просто вниз, наверное, прыгну, я не знаю. Активируй щит! Пожалуйста, хоть что... Спасибо! О, май гад, боже мой, охренеть. О, ха-ха-ха-ха-ха. Найс. Фух, ладно, на этом стоит уже закончить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.